Матильда учит вас безопасности дорожного движения, малыши машинки. Спокойнее, Джерри. Лили паркуется. Ты кого-нибудь испугаешь. Матильда, берегись! О, нет! Тебя ударила Лили! У Матильды слишком сильно кружится голова, чтобы ехать. О, нет! Матильда сейчас врежется в кого-то из малышей! Кто-нибудь, помогите им! О, нет! Что же теперь будет с полицейской машиной-роботом? Нам нужен супергрузовик! Супергрузовик, вот ты где! Полицейская машина-робот сбежала! Из трубы полицейской машины-робота идут искры! Это может стать причиной пожара! Нужно остановить ее! О, нет, пожар! Супергрузовик, нужно трансформироваться! Превосходно! А теперь потуши пожар, супергрузовик! Фух, хорошая работа! Но что такое? О, нет! Похоже, искры от полицейской машины робота вызвали еще огонь! Супергрузовик, помоги! А вот и полицейская машина робот! Попробуй полить ее водой, чтобы потушить искры! Эй, эти машины не сделали ничего плохого! Ты не можешь выписать им штраф? О, нет! Бумага тоже занялась огнем от этих искр. Нам нужно это остановить. Полицейская машина-робот может устроить еще много пожаров в городе. Ее нужно остановить. Полицейская машина-робот устроила большую пробку. Как нам ее теперь поймать? Еще огонь! И на этот раз такой большой! О, нет! Они попали в огненную ловушку! Им нужно помочь! О, нет! Огонь слишком сильный, супергрузовик! Ты не можешь его потушить! Фух, спасибо за помощь, Фрэнк! Но здесь все еще небезопасно! Тебе нужно что-то, чем можно поймать полицейскую машину робота! Давай воспользуемся СТ-3000! Ага! Клеевое ружье! То, что нужно! Попробуй еще раз. О, нет, ей удалось выбраться. Целься в зеленую кнопку, супергрузовик. Отличный выстрел, супергрузовик. Во всяком случае, больше ничего не загорится. А это еще что? Супергрузовик, берегись. О, нет, ничего не получается. Полицейской машине-роботу опять удалось сбежать. Да, ты попал в одно колесо. Целься в другое. Отличная работа. Ты можешь попасть в зеленую кнопку? О, нет, похоже, нужно больше клея, супергрузовик. Кажется, подмога уже здесь. Это твой шанс, супергрузовик. Да, давай поймаем ее в этот раз. Пора попасть по этой зеленой кнопке. Наконец-то город снова в безопасности. Спасибо, супергрузовик. И вам, помощники. Нужна храбрость, чтобы быть супергероем и чтобы перейти дорогу. Давай, Берри, у тебя все получится. Какой прекрасный солнечный день! Просто идеальный для того, чтобы поработать в поле! О, нет! Эта пустая бутылка словно лупа! Она может вызвать пожар! Карл, на ферме пожар! Тебе срочно нужно отправляться туда! О, нет! Огонь распространился повсюду! Супергрузовик, какую трансформацию ты выберешь? Что-то, что может справиться с пожаром? Ну, конечно!
Ага. Бэбс, теперь ты в безопасности. Нужно отъехать подальше от огня. О, нет, супергрузовик! У тебя закончилась вода! Смотри-ка, супергрузовик! Ты можешь заполнить свой резервуар водой оттуда! Что такое, Бэбс? Там Бен! Он спит и не знает, что кругом пожар! Супер, грузовик! Бен внутри лабиринта, но мы не знаем точно, где он. Тебе нужно поскорее отыскать его. Да, пора воспользоваться СТ-3000. Вперед, супер, грузовик! Он здесь! Бен за этой круглой колонной! Но он все еще спит, а пламя подбирается к нему все ближе! Бен, проснись! Пожар! Давай скорее выбираться отсюда! Фух, это чуть было не стало трагедией. Спасибо, супергрузовик, ты всех выручил. О, вы только посмотрите на это! Ледяной апельсиновый сок! Спасибо тебе, супергрузовик, ты настоящий супергерой! Ты готов сломать эту стену, суперотбойный молоток? Один, два, три, давай! Ух ты, какой ты сильный! Ой-ой, кому-то нужна твоя помощь. Тебе нужно поскорее отправиться домой. Поторопись, малыш, иначе автобус уедет без тебя. А куда все подевались? Малыш пропустил школьный автобус. Как же теперь ему добраться до школы? Ты поможешь ему, Карл? Ого, час пик, как много машин. Малыш должен быть где-то впереди. Ты видишь его, супергрузовик? Тебе стоит трансформироваться и найти его до того, как он попадет в аварию. Где же он может быть? Может быть, Кэрри видела малыша? Не волнуйся, малыш. Суперполицейская машина поможет добраться тебе в школу.
Ого, ты на крыше, малыш! Ты летаешь, словно птица! Это час пик, ребята! Не стесняйся, малыш. Ты можешь присоединиться к остальным. Может быть, это поможет. Работала! Музыка помогла малышу успокоиться. Спасибо за то, что всех спас. Ты всегда знаешь, как исправить ситуацию, супергрузовик. Привет, ребята! Делаете открытку-сюрприз ко дню рождения Бобби? Кому-то нужна помощь. Карл, тебе лучше вернуться на базу. Это Массимо. Мы все должны прямо сейчас ехать поздравлять Билли, потому что Билли уже направляется домой. Карл, можешь доставить открытку и подарок ко дню рождения Билли? Ага. Торопись, это ведь должен быть сюрприз. Ага. Ой-ой, тут такое плотное движение. Все ясно, потому что светофор не работает. Нужно трансформироваться, Карл. Поехали, доставим подарки для Бобби. Вечеринка у Бобби начнется совсем скоро, Тим. Суперпоезд сейчас заберет поздравительную открытку и билет на воздушный шар. Что? Железная дорога здесь заканчивается? Супер вертолет, скорее, бери открытку. А теперь за билетом на воздушный шар. Мчим на пляж. Быстрее, ребята, подписывайте открытку. Ага.
О, нет! Супер вертолет, сделай что-нибудь! Фу! Сюрприз! С днем рождения, Бобби! Ты опять всех спас, супергрузовик. У Бобби просто отличная вечеринка. А теперь можно полакомиться кексами. Привет, супергрузовик. Здравствуй, Дэйн. Отличная игра. Карл, кажется, кому-то нужна твоя помощь. Тебе лучше вернуться на базу прямо сейчас. О, нет, похоже, Кэрри чувствует себя не очень хорошо. Ее нужно отправить в больницу, пока другие тоже не заболели. Кэрри нужно помочь. Это работа для супергрузовика. Карл, гляди-ка, вон там Кэрри. Все разойдитесь, освободите Кэрри место. Эмбер говорит, что Кэрри слишком больна, чтобы ехать в больницу. Супергрузовик, ты можешь ей помочь? О, похоже, там пробка. Столб упал, и никто не может его объехать. Супер грузовик. Кэрри нужно добраться в больницу как можно скорее. Нельзя ни секунды терять. Ты сделал это, супергрузовик! Теперь, когда столб убран, все машины могут снова ехать по дороге. Не забывай про Кэрри, супергрузовик. Ей все еще нужно попасть в больницу. О, нет, похоже, ты не можешь подвести Кэрри в больницу, потому что ты бульдозер. Карл, что ты собираешься делать? Буксирный трос. Отличный план, супергрузовик. Теперь ты можешь безопасно доставить Кэрри в больницу. Держись крепче, Кэрри. Кэрри совсем скоро станет намного лучше. Смотри-ка, супергрузовик, Эмбер подарила всем гигиенические маски, чтобы они не подхватили болезнь Кэрри. Малыш прав. С маской есть мороженое сложнее. Ой.
Потрясающе! Так весело! Отличная идея, супергрузовик! Кажется, кому-то нужна твоя помощь. Пора отправиться на базу прямо сейчас. Дети играли с магнитом около канала. И магнит упал в канал, а один из малышей решил отправиться за ним. И тут появились акулы. Супергрузовик, тебе нужно скорее помочь ребятам. Малыш, пожалуйста, успокойся. Очень скользко. Супергрузовик, ты собираешься трансформироваться? Грузовик на присосках? Отличная мысль! Все в порядке, малыш. Супергрузовик здесь, чтобы спасти тебя. О, нет, эти акулы снова здесь. Как мы можем справиться с этим, супергрузовик? Самосвал! Малышу нужно спрятаться внутри тебя. Смотри-ка, дети достали пандус. Давай, супергрузовик, у тебя получится! О, нет, акулы здесь! Супергрузовик, используй СТ-3000, чтобы выбраться. Да, теперь вы в безопасности. Ну, это был очень насыщенный день. Вы все заслуживаете горячего шоколада. Спасибо, супергрузовик. Ты настоящий герой. Ты учишь малышей, как правильно сортировать мусор? Малыши, вы что-то запомнили? Молодцы, малыши. На пляже на берег выбросились акулы, супергрузовик. Отличная работа, Фрэнк. Вода не даст им погибнуть. Акулы выбросились на берег, потому что в море плавает так много мусора. Ты поможешь Чеду собрать все эти пакеты с мусором? Не заезжай слишком глубоко, супергрузовик. Тебе нужно трансформироваться, супергрузовик.
Что ты собираешься предпринять, грузовик-волшебник? Хо-хоу, ты поднял мусор в воздух! Фрэнк, акулы! Хорошая работа, супергрузовик! Тебе нужно трансформироваться снова, чтобы отправить акул обратно в океан. Отличный выбор, супергрузовик. А теперь за двумя оставшимися акулами. Превосходное спасение, супергрузовик. О, нет, его пропеллер не работает. Супергрузовик, воспользуйся СТ-3000. Да, пропеллер-вертолет поможет акуле. Фу, акула наконец-то может плыть. Спасибо, что спас акул, супергрузовик. Ух ты, и пляж теперь такой чистый. Отличная работа, друзья! Держите нашу планету в чистоте! Леди и джентльмены, добро пожаловать на соревнования силачей автомобильного города! Сегодня самые сильные автомобили будут бороться за кубок автомобильного города. Красивый, не так ли? А теперь поприветствуем наших чемпионов! Супергрузовик, герой автомобильного города! И Билли, могучий бульдозер! Итак, состязания начинаются! Первым испытанием будет перемещение этих горожан автомобильного города. Первый, кто доберется до конца поля, выиграет. Потрясающе! Супергрузовик трансформировался в экскаватор. На старт. Внимание! Марш! Супергрузовик впереди. Кажется, у Билли есть проблемы. Супергрузовик собирается победить. Внимание! Билли вырывается вперед. И он побеждает. Потрясающе! Следующим приходит супергрузовик. Какая отличная гонка! Второе испытание – битва сумо. Победителем станет та машина, которая вытолкнет другую из круга. Я не могу поверить! Супергрузовик – победитель второго соревнования. И ему даже не пришлось использовать свою силу. И мы подходим к финальному состязанию с двумя соперниками за первое место. Как здорово! В этом состязании участники должны перенести груду камней на другую сторону стадиона. И помните, быть умным так же важно, как и быть сильным. Вперед! Осторожней, Билли! Я думаю, ты берешь слишком много камней. Берегись, Билли! Уходи оттуда! О, нет! Ты в порядке, Билли! Я не думаю, что ты справишься один. Да, супергрузовик поможет тебе! Если ты будешь продолжать в том же духе, это займет вечность. Ты должен что-то придумать, супергрузовик. Дополнительный ковш. Отличная идея.
почти закончил супергрузовик. О, нет, этот камень слишком тяжелый. Верно, если вы поднимете его вместе, вы справитесь. Ура, вы сделали это. Отличная командная работа, ребята. Леди и джентльмены, победитель соревнований силачей в автомобильном городе – супергрузовик. Ты прав, супергрузовик. Сегодня вы с Билли работали в команде, и вы оба заслужили кубок.